Сейчас будем вечерить. И вот сегодня вот такая мойва из духовочки у нас на ужин. Посмотрите, какая она запеченная, с чесночком. Кто не любит жареного, вот так можно ее запечь и поужинать. Вот такой к ней рис сегодня вкуснейший. Пар идет. И такой салатик из капусты, и с соевым соусом полить, и все это покушать. Приятного всем аппетита и хорошего вечера.